Друзья, приветствую. Сергей из Москвы прислал посылку. Сейчас я ее вскрою. Так. Сразу она не поддавалась. Значит, в посылке у нас масло Hyundai Exter Gasoline Ultra Protection. Пожалуйста, 5,40. По API это SN, SN Plus и SP. Ну, по крайней мере, так указано у производителя на сайте. Так, вот два образца. Свежая отработка. Так вот, на баночках подписано. Это свежее. И тут еще одна баночка, ну, соответственно, с отработкой. Вот, пожалуйста. Отработка, видите, с пробегом 7700 километров. Значит, первым делом, что я делаю? Создаю образец эталонный. Вот прибор сейчас заканчивает проверку основы. Чистоту ячейки проверил, сейчас проверит основу. И можно будет создавать, значит, образец. Так, все готово. Тут что-то я, видимо, выкидывал. Так, закладываю несколько капель, чтобы перекрылось оптическое окно. Закрываю и запускаю процесс определение спектрограммы, неизвестной для прибора жидкости. Вот, все, процесс пошел, измерение спектра. Значит, для тех, кто не видел еще. Сергей так хорошо запечатал и изолентой произолировал, и пленочку под крышечку. Все четко не пролилось. Значит, для тех, кто, может быть, не видел, прибор первым делом определяет спектрограмму, а потом сравнивает со своей базой данных, пытаясь классифицировать жидкость по типу. Что это, к какому типу масла относится? Ну, трансмиссионное, там, индустриальное, ну и прочее. Так, здесь такое впечатление, что я не ускорил этот отрезок. Да, точно, посмотрите. Видимо, пропустил. А сейчас уже, когда наложение и надписи, и все, сейчас уже проблематично это сделать. Придется перелопачивать все видео полностью. Так, все, значит, спектрограмма получена. Значит, сравнил он со своей базой. И вот на 90% прибор считает, что это моторные масла. Сейчас посмотрю максимальное совпадение с какими маслами. Так, максимальное совпадение это Shell Helix 40-ка. Ну, также видите, на 85% это Castrol GTX High Mileage, Spectrum Plus, Volvo Line, еще Spectrum. Ну, значит, максимальное совпадение с Shell Helix. Так, обозначаю этот образец. Да, вот здесь уже ускорено нормально видео. Видимо, пропустил, извиняюсь. Так, Exter. Название масла длинное, поэтому я вот так сократил. Надо будет подкорректировать, дописать, что это UP, Ultra Protection. Так, смотрим, что намерит прибор. По данным производителя, щелочное 7,8. Здесь прибор намерил 7,2. Убрал я отрицательные значения по саже. Так, подкорректировал под 7,8 все-таки по заводским данным. Ну и соответственно, конечно, лимиты. От этой цифры я тоже корректирую.
3.12 у меня получилось, это лимит тревожный, и лимит предупреждения получается 3.9, половина от. Так, опять свалилось. Все, значит, здесь я сделал. Сейчас покажу спектрограмму. Вот такая. В сравнении с красным цветом обозначен этот образец. Ну и синим, я так понимаю, это усредненные значения по соответствиям. Так, можно теперь приступать к проверке отработки. Смотрите, значит, это у нас Hyundai Tucson 16 года, двухлитровый. Значит, G4NA мотор, 150 сил, общий пробег 127 700 километров, отработка это проехала 7 700 километров и 250 моточасов. Значит, в процессе было долито 200 грамм такого же масла и 200 грамм тоже экстира, только 5.30. Ну и топливо I92. Смотрите по цвету. Ну, такое достаточно светленькое масло. Да, светлое. Так, сейчас прибор закончит и посмотрим результаты. Так, значит, смотрите, щелочное сработалось. 2,8, в принципе, вот только-только сработалось. По присадкам тоже уже такой порог предупреждения достигнут. Сажи нет. Гликоля 0,2, ну, непонятно. Сейчас я покажу вам сравнение вязкости свежевой отработки. Так, сразу видно, что разжижение, ну, такое достаточно приличное, я бы сказал. Да, видимо, топливо попадает в картер. Ну, видите, да? Больше половины от зеленого поля. Кто-то шутил, что мотор сам подстраивает вязкость под удобную ему. Конечно, шутка, но здесь, скорее всего, топливо. Ну и давайте, значит, оценим ресурс масла. 7,8 уже начальное я здесь отметил. Сейчас введу данные намеренные 2,8. В этом поле я ввожу моточасы. Значит, оценочно 234 моточаса ресурс масла. Ну, а здесь пробег. Ну и по пробегу 7200. Неплохой результат. Ну, хотя, с другой стороны, там и достаточно высокая скорость, средняя, 31. Кстати, да, ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь, кто не подписался, нажимайте колокольчик. Вот такой получился тест. Благодарю Сергея за образцы. Благодарю всех, кто досмотрел данное видео до конца. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!